Я иду, у меня такой красивый букет ландышей. Красивый? Красивый, очень красивый. У нас сейчас эти ландыши продают на каждом углу бабушки. Ну, чтобы хоть как-то выживать, они собирают ландыши, продают. И я частенько покупаю. Иду кормить Микки. Светофор здесь по-прежнему почему-то не работает. Здесь клумбочку тоже высадили в таких патриотичных цветах. Желто-голубых. Красиво. Людей стало гораздо больше, как я уже и говорила. Люди с собаками. И сейчас пойдем покормим Микки. У нас, кстати, заработал вроде бы лифт. Сейчас посмотрим. Потому что лифт был отключен. 2 месяца лифт не работал. Сейчас якобы заработал. Потому что подниматься высоко. Мне надо подниматься на 6-7 этаж. И нелегко это все. Сейчас пойдем и посмотрим. Ну, вообще, конечно, это очень полезно для фигуры. Подниматься туда-сюда по лестнице, это вообще как тренажер. Так что, кто спрашивал, почему я такая худая, ну, во-первых, я еще кормлю грудью, во-вторых, каждый день поднимаюсь 6-7 этаж, туда, вверх-вниз. Ну, поэтому сейчас, если лифт включили, то немного прибавится жира, того, что уже буду лениться подниматься. Хотя еще по городу целыми днями хожу пешком и гуляю с ребенком. Вот этот красивый куст, который вы видели вчера. Привет! Привет, привет! Убежала. Ты что бежишь? Не убегай. Не будешь убегать? Ну, в общем, лифт не вызывается по-прежнему. И придется идти пешком. Привет, мою котуську, мякуську. Привет, привет, привет. Красавчик, ты такой красавчик. Ты загорал на балконе, да? Загорал на балконе? Загорал, разбудила я. Скажи, я спал. Я спал, скажи. Меня разбудили. Меня разбудили, скажи, да? Спал. Котеська, сейчас я тебя насыплю. И покушать, водичка у тебя есть? Сейчас поменяем ее.